Привет. Я уже к финалу, считай, подошел практически. А вот эту хрень за забором, которая лежит, так и не нашел, где поднимать. Но уже нашел, считай. На записи решил показать, как эту фигню поднимать. Так вот, я дорогу туда не помню. В общем, надо найти деревню дураков, как я ее называю. Такой поселочек, и там всякие дурачки ходят. Вот, сейчас найду, то все будет в шоколаде. Наверное. Толстячок. Чё расселся тут? Сидишь бесполезный. Только где она? Это небольшой вопрос. Здесь? Нет, не здесь. А здесь? Ты кто? Стамина. Тут стамину сколько ни качай, все равно мало. У меня стамина уже 24. Но я, правда, не целенаправленно все качала, а по мере необходимости. Короче, у меня все прокачано по чуть-чуть. Ну пофиг. Все равно ваншотные. Так, где же деревня-то? Деревня. Кто там еще? Это я по кругу хожу, походу, да? Ну да. Так, дальше, может, дальше? Да, и кстати, вот за этой вот урной есть тоже потайная дверь, которая ведет. Ну, в общем, сами посмотрите, куда ведет. Ну, полезная дверь. Она открывает вон тот костер. Разлом. Меня сейчас интересует деревня дураков. Это я сейчас к боссу иду. По-моему, я напрасно сюда иду. Может и нет. Я хотел записать гайд, как туда пройти по-быстрому и как обычно. Как обычно, сейчас буду пол локации отбегать. Это зашквар. Ну ладно. Это игра про то, как бегать. В смысле, не как бегать, а... Короче, это игра про бег. Че, нет ничего, что ли? Как тут выйти-то? Отстань, зануда. Не видишь деревню еще? Ну, я не туда иду, вообще не туда. Ну, тут тоже еще не открыто куча всего. Ой. Сюда. Это куда ведет вообще? Блин, зараза! Обратно прибежал. Ладно, сейчас найду деревню, продолжу. Короче, еще раз. Вот отсюда бежать вот сюда и повернуть налево.
поворот не пропустить ток. А не как в прошлый раз. Вот, и вот здесь. Вот здесь вот лестница есть на крышу, туда не надо. Бежим вот сюда. Так. Потом вот сюда. Потом вот сюда. И вот около вот этой вот лестницы большой, которая ведет. Которая ведет хер знает куда. Короче, внизу. Но тут есть зачепятка. Но это сейчас поставили метки на нее, а раньше их не было. Просто была дверь и все. В смысле, просто была стена и все. Это вот последний патч. Я не понял, он добавил сетевую составляющую. Хрен его знает, короче. Короче, вот. Вот это место. Да? И тут лежит кровавая сабля. Так, и что это кровавая сабля? Хорошая? Она у меня есть, по-моему, уже. Ну да. Пинок. Так. Давай что-нибудь сделай еще. А, вертушка. Нормально. После переката. Тоже вертушка. Так, на ней апов нет никаких. Если что поставить, может что и будет. Хорошо. С разбегу прикольный удар. Ну-ка дайте кого-нибудь стукнуть. Блин, я тут всех перебил уже. Хотя не, вот в этой деревне-то есть, наверное, еще кто-то. Почему деревня? Потому что вот так вот идешь, тут такие здания. Как бы по кругу. Ой, чувак, дай разбежаться. Ну-ка. Бэм. Он падает, что ли? Бэм. Не, не падает. Ну, она не улучшенная. И без апов такое. Там у всех прикольный. Эти зеленая рыба по зеленой чешуе. А вот это же место блин, этот меч тоже не улучшен нифига. Как ты ускользнула? Рыба. Знаете. Ходишь тут. Плавниками сверкаешь. Куда я попал опять, а, ё-ма. А, ну да. Я хотел проверить. Я, короче, дошел до пласта. Не то архитектор, не то автор, я запутался. Вот, и у него взял ключ к цеху. Вот, и вот эта дверь откры... Вот эта дверь... Да ты сдохнешь, нет, твою мать. Надо, наверное, сложности прибавить. Они вообще стали ватные.
Вот эта дверь была закрыта, то есть в доступе отказан. Сейчас посмотрим, что будет. Хер. Зря шел. Сорян. Все так же в доступе отказано. Замечательно. Кроме того, я наконец-то продолжил квест этого мужика, который стоял в обсерватории, да, с термокопьем и щитом, который вот сюда нас довел. Но он говорит, я буду ждать тебя, как же он сказал-то, возле... возле какой-то панели. Исследовательской, не исследовательской, хер пойми. Я подумал, что возле автора, ну, там, Лазгоса. Пришел туда, там нет никого. То есть это не там. Тогда у меня, блин, охренительный вопрос, а где? Ну тут, собственно, вся игра охренительный вопрос. А где? Куда? Чё? Почему? Зачем? Если что. Если вы не знаете. Я... Сейчас расскажу одну угарную историю. Есть локация... как она называется? Если короче, то метро. Сейчас я, может, даже покажу, как она называется. Если меня рыбы не сожрут только. Так, если этот костер, конечно, активен. Угу. Во, вот этот порт из порт, короче, порт из содиум, язык сломаешь. Короче, в этом порту я в нем бегал чуть ли не целый день. Ну, думаю, все, больше тут ничего нет. Прихожу, ну что-то судьба завела очередной раз. Тут же ничего не ясно, куда идти, что делать, да? Вот и ходишь по локам, ищешь очередные секреты, которые... Идиот. Который не нашел. Вот, и значит, я прибегаю в этот порт, пробегаюсь опять по старым местам. И что вы думаете? Я нахожу место. Там есть место такое внизу, где-то в потьма, ничего не видно. И пропасть такая, да? Но я до этой пропасти в прошлый раз дошел, репу почесал, посмотрел туда-сюда. Ну, все, нет, ничего, пропасть, что прыгать нет. Развернулся, ушел. В этот раз прихожу, смотрю, а по правой стороне проход есть. Иди, твою мать, этот проход ведет к башне, которую просит поднять вот этот вот чел с копьем. Короче, тут закрытыми глазами вообще бегать нельзя. Иначе ты тупо не пройдешь никуда, ничего не найдешь вообще. Ладно, секреты, как бы, там всякий лут, это полбеды. Но тут квестовые даже задания можно тупо не найти. Поэтому, если будете играть в эту игру, open your eyes. Возьми штучку, ядрёна мать. Вот, можно еще вот сюда сходить. Потому что здесь, в этой локе, вот я ее уже, ну, всю прошел, всю вот вылезал.
Но не мудрено, что еще что-нибудь есть. Ну, точнее, здесь есть еще два места, которые закрыты световой стеной. Вот я сейчас попробую еще туда добежать, если я, конечно, правильно бегу. В чем я совершенно не уверен. Вроде бы сюда, что ли. Массива. Вот что ты машешь второй раз? Зачем? Я ничего не нажимал, если что. Блин, вертолет прикольный вообще. Ничего делать не надо, просто разбегайся и жми атаку. Никаких перекатов не надо, ни уворотов, ни щитов, ничего не надо. Вот разбежался и нажал атаку, все. Единственная проблема, тут иногда разбежаться не дают. То, что тут разбег начинается не сразу, как бы, а, ну, в общем, почти сразу, но не сразу. Понятно? Понятно? Вот здесь световая стена, но она по-прежнему тут есть, скорее всего. Я так полагаю, что эту световую стену надо отключать кодами, которые при прохождении дают, находятся, точнее говоря. У меня их есть уже штук 6, наверное, или 7. Ну вот она до сих пор закрыта. И там куча лута, главное, манит, манит. Вот прям возьмите меня, возьмите меня, возьмите. Но не дается. В одной из локаций, по-моему, в том же порте Седания, такая же стена была. Но я там нашел, как же он называется? Ключ, вот, проход в зал солнца, короткий путь в палату солнцепоклонников дворца вознесшихся. Где это, хер пойми? Короткий путь в палату солнцепоклонников дворца вознесшихся. Где этот дворец вознесшихся? Чё за палата? Хер пойми. Ну вы бы хоть локацию написали, блин, ё-моё. Ну тут такого не дают. Не рассчитывайте. Все искать самому приходится. В том и интерес в игре, что ничего не знаешь, а искать все надо. И ну интересно же как. Не интересно, что ли, в тот зал пройти? Мне, например, очень интересно, что там лежит. Я понимаю, что там лежит всякая херота уже ненужная. Сейчас, в принципе, вообще ничего не нужно. Я этого ласт-босса рукой заковыряю, потому что я пока бегал. Этот уровень показывается. Сотый уровень. Это конечный уровень, он у меня, по-моему, больше не апается даже. Это все. Не, ну я как бы не намеренно бегал и фармил. Вот просто бегаешь, ищешь все, и оно само. Я, конечно, не рвусь быстро игру закончить. Мне хочется открыть все, ну, по максимуму, которые смогу. Я чувствую, что я еще смогу открыть. Это секрет. Ну, то есть, есть секреты, которые, как бы, они есть. Их надо просто найти, как они открываются. Тот же самый вот этот зал. За стеной, за световой, да? И в этой локе еще одно такое место есть, тоже за световой стеной. Но, по-моему, оно в одно и то же место ведет. То есть два входа, но они оба за световой стеной. Блять, опять сюда пришел. Так, значит.
Они, по-моему, в одно и то же место ведут. Тут, значит, какие варианты есть? Либо надо квест выполнить вот этого вот копьеносца, но где его искать, я понятия не имею. Либо еще возможен вариант, что надо убить лазбосса. Потому что я не знаю, что будет, если его убить. Там есть вариант отдать ему знания, но я первый раз так и сделал. Просто взял и отдал ему знания. И все, и на этом игра закончилась. Он что-то сделал со мной. Но это не сильно помогло. Это, наверное. Отдал ему знания, и игра закончилась, и сразу же начался НГ+. Ну, короче, сначала все. Тут, кстати, схема. Ну, это я уже записал. Кроме того, я еще одного босса не убил, потому что у меня нет, знаете чего? Чего же у меня нет? Вопрос. Вот фрагмент архонта. У меня 5 штук есть только, а мне еще столько же надо. И они почему-то перестали спавниться. Собаки страшные. Ну, в смысле, спавнятся-то они спавнятся, а вот дропать нет. Фрагменты перестали дропать. Что делать? Не знаю. Придется убивать. Это вот как раз босс в порте. И Судан там такая... Хаджи-йога на арене. Вот. Этот хренско, может быть, он в центре управления тупо. Ну-ка, пойду-ка в центр управления, сейчас мотанусь. Может, он там стоит? Ну, хотя навряд ли. С другой стороны, там можно еще переулками, закоулками добраться до... Хотя я отсюда это мог сделать. Я недавно там был, ладно, пофиг. А, я хотел еще это. Не посох это называется, ну, короче, посох, да. Только он не посох называется, сейчас посмотрю, я не помню. Как ты называешься, алоэ? Скиптер блудного отпуска. А, вот саблю еще надо апнуть. Попробовать. Но сначала надо прокачать вот эту дрянь. Вот, в новом патче наконец-то добавили урон. То есть сразу видно, прокачиваешь. И вот был 59, стал 62. До этого вообще ничего не понятно было. Чё такие цифры, цифры, цифры. Я улучшаю, у меня краснеет. Что, блядь? Короче, забагованная была система прокачки. До нельзя. Так, а что я хотел сделать-то? А. Мне можно одну штучку сделать еще. Боевой проводник. Давай сделаем. Боевой проводник хороший. Вещь. И сабельку улучшить. Допустим, поставить на нее вот этот вот боевой проводник. И улучшить его, скажем, до 4 дают. Ну давай. А так 11 тысяч надо и еще сделается, да? Ну ладно.
Так, и в центр управления. Может, он тут трется опять в своей берлоге, но... Пускай у какого-то пульта встретимся. У какого пульта? Хрен знает. Что-то он там еще говорил, я не понял. Кроме того, я, по-моему, в институте еще не был, потому что у меня... Как в институт, вообще понятия не имею. В сон... Не в сон-дистрикте, а в Альма-Матер. Локация называется. Там столько всего, оказывается, еще есть. Потому что я там уже костры открыл новые. Альма-Матер, подвал, кабаре. Там еще один есть костер. Но там еще штуки три не активированных. А так уже раз, два, три, четыре. И это еще не предел. Ну что, поздравляю, этого кренделя тут нет. Может, он вот здесь? А, кстати, вот эта вот хрень неактивная. Ага. Активная, да? Но это я ее сюда пригнал, потому что... Но этого дурочка здесь нет, я не знаю, где его искать. Он так сказал, я подумал, что он пойдет к автору. Около панели. Около панели автор, по-моему, сказал, или архитектор, или хер пойми кого, я не понял нихера. Так, куда я хотел сходить? Так, сейчас. Вот там я еще не был. Там лук лежит. Как туда попасть? Тоже. Тут много мест еще. Куда можно вроде бы попасть, а как? Хер знает. Вот это тоже должна открываться, по идее, да? Ну, такое ощущение, что да. Ну вот это точно должно открываться. Вот по-любому. Ну, конечно, не с этой стороны. Ты что захотел? Но как-то ее открыть можно. Ладно, пойду я, короче, туда схожу, но... Это, видимо, будет в следующем видео. Потому что места катастрофически не хватает. Пока.